Всех приветствую на своем канале, мои дорогие друзья. Добро пожаловать! В сегодняшнем видео хочу показать вам, как я связала вот такие вот детские пинеточки. Это на, получается, от 0 до 3-4 месяцев пинетки. Очень легко вяжутся, можно связать буквально за 1 час. Ну, обе пары, да? Вот, поэтому, если вам понравилось, давайте уже приступим к самому вязанию. Вязать я буду на круговых спицах. Вы можете взять обычные спицы, у меня обычных нет, поэтому использую круговые. Но это не принципиально. Спицы номер 2. Значит, также нам понадобится крючок для того, чтобы сделать вот здесь вот небольшое соединение. Вот, и, в принципе, все. Сейчас я буду набирать на спицы 48 петель. Как только наберу, я провяжу 6 рядов платочной вязки. Буду вязать поворотными кругами. То есть просто набираю 48 петель и поворотными кругами туда-сюда буду вязать 6 рядов. 5-6 рядов буквально платочной вязки. Как только провяжу, сразу возвращаюсь сюда, показываю, что делаем дальше. Итак, вот, мои дорогие друзья, я провязала 6 рядов, да, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас с этого момента смотрите, что мы с вами будем делать. Мы будем с вами создавать вот эту вот часть, да? Как мы ее создаем? Мы сейчас должны провязать с вами 11 петель вместе вот с кромочной. Вяжем раз. Также платочную вязку, да, я продолжаю вязать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Еще раз посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 11. После 11 петельки мы с вами делаем накид. После накида я провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Так буду вязать до последних 11 петель. Так, 2 лицевые, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Давайте посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Вот последние 2 петельки у нас также с вами будут лицевые. После этого также делаем накид. И вот эти вот 11 петель также провязываю лицевой гладью, потому что так я создаю свою платочную вязку. Провязываю до конца ряда. И последнюю петельку тоже провязываю лицевой. Лицевой провязала, переворачиваю вязание. Теперь первую петельку снимаем. Сейчас мы находимся на изнаночном ряду. И также вяжем вот эти вот наши 11 петель, да, также лицевой гладью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Наш накид мы провязываем с вами изнаночной. Изнаночной провязали. После этого вот эти вот все петельки, которые посередке, да, у нас с вами идут резинку, мы также по рисунку их и провязываем. Изнаночные провязываем изнаночными петельками. Лицевые провязываем лицевыми. То есть здесь мы просто создаем нашу резинку. Да? Так. Если вы платочную вязку вяжете изнаночными, вяжите изнаночными, да, вот здесь и в конце. Здесь все зависит от того, как вы вяжете. Так, провязываю вот эту нашу середку, резинку. Так, дошли до нашего накида, его провязываем изнаночной. И потом вот эти все 11 петель мы провязываем с вами также лицевой гладью, ну, в моем случае, чтобы у нас продолжалась образовываться платочная вязка. Так, провязали, перевернули вязание. Теперь, сейчас здесь с этой стороны мы провязываем не 11, а уже 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
12 петель провязали, сделали опять накид. После накида обратно вот эти вот посередки все наши петельки мы провязываем по рисунку. Просто резиночку создаем 2 на 2 до нашего вот следующего накида, да, где нам нужно сделать. То есть вот эту вот резиночку провязываем. До этого у нас было 11 петель, сейчас до 12 петельки. Ну, сейчас покажу. Так. Надеюсь, вам видно. Я очень извиняюсь, у меня камера стоит впереди. Не очень удобно вязать, но я все равно пытаюсь. Так, вот смотрите. Видите, до этого мы сделали накид. Сейчас перед накидом делаем накид и провязываем вот эти вот все петельки лицевой гладью, чтобы у нас продолжалась создаваться наша платочная вязка. Так, довязываем и поворачиваем вязание. И теперь первую петельку снимаем. И все петельки вот эти вот, да, по бокам мы провязываем также лицевой гладью в моем случае, чтобы у нас продолжалась наша платочная вязка. Доходим до нашего накида и накид провязываем изнаночной гладью, изнаночной петлей. Потом посередке вот у нас с вами идут наша резиночка. Мы провязываем ее также резиночкой. Надеюсь, вам видно, мои дорогие друзья. Если вдруг не видно, что-то непонятно, дайте, пожалуйста, знать в комментариях. Но я пытаюсь еще вам как бы вот объяснять по ходу вязания, да? Но здесь, в принципе, ничего сложного нету, поэтому я надеюсь, что вы справляетесь. Так, доходим до нашего накида. Его провязываем изнаночной кладью, изнаночная петелька, прошу прощения. И все оставшиеся петельки я провязываю лицевой петлей, лицевыми петельками, чтобы у меня дальше образовывалась моя платочная вязка. Вот так. Вот что у нас с вами получается. Так, сейчас мы будем с вами провязывать, пока у нас с вами вот таких вот дырочек не будет 5 штук. Смотрите, вот мы сейчас с вами 2 провязали, потом вот 1, 2, 3, еще 3 раза, да, нам нужно будет провязать. То есть в общей сложности вот 5 раз. Как только у нас появится 5 раз, то есть опять, да, еще раз быстренько теоретически объясню. Вот сейчас, получается, мы провязываем с вами 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 петель делаем накид, дальше вяжем середку. Потом вот до вот этой нашей дырочки делаем здесь опять накид, провязываем эти петельки. В общем, просто по той же схеме продолжайте вязать, пока у вас не получится вот таких вот 5 дырочек. После этого возвращаемся сюда, и я показываю, что мы делаем дальше. Итак, мои дорогие друзья, вот я провязала, смотрите, до 5 дырочек. Сейчас мы начинаем вязать с вами следующим образом. Значит, первую петельку, как всегда, снимаем не провязанной. Вот эти вот по краям петельки вяжем, да, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 16 петелек, да. Здесь больше, естественно, никаких накидов мы не делаем, но мы делаем с вами убавки. Значит, вот эти вот две лицевые мы сразу вместе за заднюю стенку провязываем вместе лицевой. Вот эти две изнаночные вместе провязываем изнаночной. Эти две лицевые провязываем вместе лицевой. Изнаночные две провязываем изнаночной петелькой. То есть то, что лицевой, мы провязываем лицевой. То, что изнаночной, мы вместе провязываем изнаночной. Так, вот еще 2 лицевые, 2 изнаночные вместе, 2 лицевые, и вот у меня с этой стороны тоже мои 16 петелек, да, я их всех провязываю лицевой петелькой за переднюю стеночку
потому что здесь я дальше продолжаю вязать платочную вязку. Так. Так, вот перевернули вязание, находимся на изнаночной стороне, здесь провязываем так, значит, первую петельку мы снимаем, не провязанной, далее вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, то есть 16 петель, и вот эти вот посередки, которые все наши петли, мы также провязываем с вами по рисунку, то есть лицевые провязываем лицевыми петельками, изнаночные изнаночными, и с этой стороны полностью провязываем оставшиеся наши 16 петелек, да? Перевернули вязание, и сейчас мы с вами проделываем следующую работу. Провязываем вот эти вот 16 петелек, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь, сейчас мы с вами должны будем воспользоваться крючком. У меня немножко маленький крючок, но я постараюсь им все сделать. Что мы делаем? Мы вот эти вот с вами посередки, которые все наши петельки, так, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 3. Вот эти, да, то есть 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13 петель посередки, которые мы сейчас должны будем провязать их все одной петлей, то есть вытянуть я должна буду. Так, вот я их всех нанизила на крючок. И сейчас аккуратненько постараюсь их вытянуть. Вот так. Так, нанизываю обратно на эту спицу, подтягиваю. Вот она, да, у меня. Вот что у нас получилось с вами. И вот эти вот все оставшиеся петельки я также продолжаю провязывать платочной вязкой. Вот что у нас с вами получается. Сейчас в изнаночном ряду я все петельки провяжу лицевой гладью, то есть буду продолжать вязать платочную вязку. После этого возвращаюсь, показываю, что делаем дальше. Итак, вот я провязала, мои дорогие. Сейчас с этого момента я начну уже просто вывязывать, вот получается просто резиночку 2 на 2. Вот эту вот часть создавать. Вы здесь провяжите сколько вы хотите рядов. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на восьмом начала уже делать закрытие. Давайте я провяжу сейчас просто, получается, отсюда начинаем. Мы навяжем резинку 2 на 2 в моем случае. Вы можете 1 на 1 провязать, как вам нравится. После этого возвращаюсь, показываю, что делаем дальше. Итак, дорогие друзья, вот я, получается, провязала необходимое количество мне рядов. И сейчас я уже просто буду делать закрытие. Закрытие я буду делать с помощью крючка. Вы можете продолжать закрытие делать с помощью спицы. Вот сейчас просто вот таким вот способом я закрываю все петельки. Так, вот, получается, закрыла до конца, и потом просто также с лицевой стороны буду по всем кромочным вот так сейчас закрывать петельки. Вернусь к вам с готовым результатом. Ну вот, мои дорогие друзья, я довязала, вот что у нас с вами получилось, вот такой вот результат, очень милые пинеточки получились у нас. Надеюсь, вам понравился сегодняшний наш такой быстрый мастер-класс. Дайте знать в комментариях, если вам вдруг что-то непонятное, я как всегда постараюсь вам помочь. На этом все. Всем счастливо и всем хорошего дня!